Постояли мы немножко на смотровой площадке, полюбовались видом на Кореис, Мисхор, посмотрели на Ялту с высоты птичьего полета. И теперь по тропе двигаемся дальше, на Эпетри. Дорога стала немножко полегче, угол наклона немножко уменьшился местами, пока что, то что я вижу. Ну а дальше будем посмотреть, что представляет из себя дорога от смотровой площадки до самой Эпетри, до самой верхней точки. Так, ребятки, уже подходим. Уже совсем немножко нам осталось. Всего года на вершине плато Эпетри. Подъемник тот самый, на котором можно подняться. Ребята, вот он, сделали мы. Вот он, подъемник на Эпетри. Вот мы уже на плато на Эпетри поднялись. Красота. Пойдем вверх, сейчас пойдем к самому подъемнику, посмотрим, что как там. Указание на дорогу 2,5 часа до самого низкой тропы, на Мисхорскую тропу. Пару раз делали привал на смотровых площадках, пару раз по дороге немножко посидели, по 5-10 минут. Естественно, поснимал, пофотографировался. Я бы не сказал, что мы сильно спешили. Ну вот, 2,5 часа без напряга, без основного. С бунком и рюкзаком на плечах.